Финляндский вокзал Санкт-Петербурга жил этим утром как обычно. Вот только в расписании отправления электричек рядом с привычным сокращением ПРИК «Пригородный» появилась строчка «Скор» – «Скоростной». Теперь до Выборга будет следовать скоростной поезд повышенной комфортности. Зовут его «Ласточка». Уважаемые пассажиры, наш поезд следует по маршруту Санкт-Петербург-Выборг с остановками на станциях Удельная и Зеленогорск. Запуск «Ласточки» – это новый этап улучшения работы пригородного железнодорожного транспорта. Скоростные поезда этого класса лучшие по качеству и комфорту. При этом стоимость билета на них остается как на обычную электричку. И, конечно, этим поездом могут пользоваться льготные категории граждан. Выборгское направление было выбрано первым, потому что здесь есть технические возможности для следования скоростного поезда. Перерезана красная ленточка, и официальные лица и сопровождающая их пресса осмотрели кабину машиниста и первый вагон состава, познакомились с их конструктивными особенностями и техническими характеристиками, а затем отправились в первый рейс. Ну, я считаю, что давно уже жители Ленинградской области ждали, чтобы и у нас появились комфортные поезда типа «Ласточка». Мы видели, что эти поезда уже работают на направлении Новгород, на направлении Петрозаводск, но это поезда, которые соединяли субъекты Российской Федерации, а для нас было очень важно, чтобы эти поезда соединяли города Ленинградской области и Санкт-Петербург. Я благодарен прежде всего Октябрьской железной дороге, Северо-Западной пассажирской компании за то, что они нашли возможность, прежде всего техническую возможность, уважаемые запустить первые поезда, вот видите, это уже состоялось, запустить первые поезда на Выборг. Вообще у нас идея запустить такие же поезда на Гатчинское направление, запустить такие же поезда на Волховское направление, и мне кажется, это абсолютно было бы правильно. Александр Дрозденко подчеркнул, что железная дорога остается одним из самых крупных инвесторов Ленинградской области, вкладывая в развитие своей инфраструктуры десятки миллиардов рублей в год. Первая остановка – станция Удельная. Официальные лица и журналисты покинули поезд, а «Ласточка» полетела к Выборгу.